Здорово, Империя! Микрофон Артём, это канал Snowworm TV. Сразу заранее хочу всех поздравить с Новым годом, кто смотреть будет это уже после Нового года, и всех с наступающим Новым годом. И у нас сегодня новая игра, Warm Stow какой-то. Русского, как обычно, нету. Давайте смотреть. Что-то японское, китайское. Про самураев, походу. Ага! Это что-то типа Диаблоида. Так. Сейчас посмотрим. Так, инвентарь есть? Инвентаря. Такового нету. Кровь есть, это хорошо. Только вот почему-то они исчезают. Они в лужу превращаются в крови. Так, это что? О, это я собирать могу. А, я обратно могу... Ну, а, смотри-ка. Есть что в ящиках? Нет, ничего, да? Не забывай, кстати, подписываться на канал. Выходит очень много всего годного и не очень годного. Поэтому, чтобы не пропустить, ставьте колокольчики, там все дела. Лайки и тому подобные вещи. Так, это... А, их можно убить, что ли? А, подожди, нет, их нельзя. Так, ящик какой-то. Тейк. Биг Бон. Кость. Допустим. Зель, да? Это не оружие, я так понял, а это, да? О, прыгать могу. Так, вот набираем их. Так, это подождите, что это? Это агилити, да? Каждые 5 секунд стунет. Добавляет еще 2 урона. Ну ладно, допустим, пригодится. Есть еще какие-то огоньки разного формата. И сюда. Так, обратно ко мне. Мечи, это хорошо. Это вместо лука, короче. Даже подожди, вот это надо убить. Наполняемся. Подожди, а у нас сколько... Где показано, сколько у нас мечей вообще? А, КДшка идет. То есть я не могу постоянно забирать мечи. Вот, 3 секунды, 2. И вот сейчас могу наполниться мечами. Понятно. Так, здесь что? Что, что, где, где? Опа, вот какой-то. Давай. А, пассивка. Выбрать можно. Давайте возьмем вот этот, наверное. Скилл какой-то, нет? Погнали дальше смотреть. Это, знаете, это, наверное, не Диабло, это что-то типа рогалик какого-то. О, волк. Подожди, а ты, неужели никаких скиллов нету? Повар, скиллы. А, вот тут что-то есть. Есть скиллы, но я ими не знаю, как пользоваться. Невозможно, конечно, ими пользоваться нельзя. Опа. Вспышка уработал. А, кстати, видите, два пути. Сердечко и... Ну, давайте сюда, потому что у нас жизни полные. Туда уж не пойдем. Тут, возможно, что-то сейчас типа оружие. Какое-нибудь найдем. А это что? Сундук какой-то был. Не успевают они выстрелить. Так, это что такое? Жизни, что ли? Дальше сундук у нас.
Не знаю, пока никаких суперударов не вижу. Пока нелегко убивается. Вот сундук. Что в сундуке? Вот это скилл какой-то. Окей. Допустим. А, вот, смотрите, здесь можно переключать оружие потом. Но это все пассивки, я так понял. Пассивные умения. Надо быстрее их убивать, чтобы они... Так, 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 так. Опачки, опачки. Меч красный забираем. Так, как говорится, пригодится. Пускай будет. Наверх. Так, босс. Отлично. Пока непонятно, как он двигается. Ой. Ой-ой. Ой-ой. Происходит. Что? Блин, не видно паттерн его ударов. Я не понимаю, куда он будет бить. А нет, кстати, вот... Все, хана. Сейчас он, блядь, будет стрелять этими. Ай. А, у меня есть жизни. Пляшки с жизнями есть. Почему-то я перестал кидаться этими штуками. Во, я обманул его. Блин, сейчас смотри, он опять... Да, он отпрыгивает и начинает кидаться. Опа, аккуратно. Опа, опа, опа. Ай. Ай. Не подойти, да, к нему, значит? Но мы его завалим, он не такой сложный. Все, готов. Что там с себя упало? Какие-то штуки. Вот это, кстати, какая-то золотая. Давайте ее. Булава эпическая. Тоже берем. Можно, короче, это, превратить в... О, нифига себе, какая-то модная... Ты кто? Так, погнали следующую локацию. У нас есть дубиночка. Вот она. Так, а, добавила жизни, смотри. Стало больше полосочка. Scroll of Peak. Мы, короче, взяли свиток типа этого. Вот, дубинка есть. А это типа пассивный скилл. Ну, да, это пассивки. Ничего активного такого нету здесь. Так, волки, не войте. Иначе вы, походу, либо привлекаете кого-то, либо улучшаете свою атаку, когда воете. Я перестал кидаться этими ножами, не могу кинуться, не знаю почему. Не кидает его ножами. Что-то произошло. Может, я что-то поменял, что-то переставил? Не могу кинуть ножом. Как, почему-то... Опа, там, смотри, свинья какая-то здоровая. Так, ну то прям запрыгнем. Оп, хорош. Так, там мистер Пик. Вот он. Живучий. Свинюшка-то живучая, однако.
Так, меня, походу, об стенку ударили, да? А где еще одна свинюха? А, я убил ее уже. Я когда нож беру, он вот так вот крутится вокруг меня. Это, видимо, какой-то другой скилл. Да и смотри, что делает. Ну, что делает свинья? Так, не рычать. Так, два пути. Это что? Это жизни? Они одинаковые, в принципе. Пойдем в любой из них. Так, ну-ка не вылазим. Вон еще бегут. Ну что творят, а? Жизнь только так тратит. Ну-ка выпьем бутылку. Мало. Мистер Пик, аккуратно. Все, отлично. Свинья, по-моему, самая опасная из всех, кто здесь есть. Она толкает, потому что... Ну-ка, аккуратно, тихо. Куда ты, куда ты, куда ты? Есть контакт. А, это просто трупы лежат, я просто трупы убиваю. Опа, опа, опа. Не так страшны они, как вот эта свинья, которая дамажит неплохо. Так, можно пойти по пути сердечка. А давайте попробуем. Мы уже не знаем, что это такое сердечко. Может, дополнительный полоска жизни. Блин, Боб. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Что это? И как мне с тобой драться? Ух, нифига. Вот это он, конечно, больно бьет. Блин, жесть. А птичек больше нету. Хана мне. Вот это книжка-то книжка. И что, мы начинаем заново, да, получается? Ой-ой-ой-ой. Да, и начинаем, короче, с какой-то прокачки. Можно что-то прокачать. Атака, чуть-чуть ХП, эликсир. Давайте атаку прокачаем. Сколько у нас? А, мы не можем ничего прокачать. У нас 0 кристаллов. Ресет, сбросить, рестарт. А почему? У меня ни одного кристальчика нету. Типа, куик, да, я нажал? А, я, наверное, вначале вышел, да. Вот, в принципе, такая вот игрушка. Берите, как говорится, на заметочку. Ну, с вами был Ксада Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы. Увидимся, всем пока-пока.